За океаном проблемы посерьезнее. Обаму хотели лишить жизни. ФБР задержало мужчину за намерение убить президента США во время его отпуска. Но то, что уроженец Массачусетса собирался сделать именно это, еще предстоит доказать обвинению. По информации телеканала Fox, 40-летний Джозефа Гаргьюло арестовали 27 августа. Во время обыска в его доме нашли целый арсенал огнестрельного оружия с патронами. Кроме того, обнаружили еще и взрывчатые вещества. Задержание провели по наводке. Один из знакомых Гаргьюло не стал покрывать вероятного злоумышленника и сдал его ФБР. Знакомый сообщил, Гаргьюло приобретал части винтовки, компоненты для создания взрывчатки. Согласно досье Гаргьюло, у него были проблемы с психикой. Он никогда не говорил плохо про какие-либо меньшинства. Это человек, который прошел через многое, мужчина, который умеет держать себя, и отец, который просто пытается растить своих детей. Будучи примерным отцом-одиночкой, жена от такого психически неуравновешенного ушла, он сидел на стимуляторах. Как вы понимаете, лучше ему от этого не становилось. Гаргьюло был уверен, что скоро в США введут военное положение. Телеканал Fox со ссылкой на ФБР сообщает еще кое-что. Мужчина неоднократно грозился убить сотрудников органов безопасности США и мусульман, а именно взорвать какую-нибудь мечеть. В материалах ФБР говорится даже так, убить как можно больше человек, пока не убьют его самого.